Я честно признаюсь, что я не очень люблю этот город, несмотря на то, что я живу в нем, но я вырос в другом городе, гораздо более спокойном, более солнечном, более светлом, и с хорошей погодой, и с не таким большим количеством пробок, что меня здесь безумно бесит. И люди там добрее, в принципе. Поэтому мне кажется, что Москва только последние пару лет приобрела для меня определенный какой-то свет. Почему? Я не знаю, что случилось, но этот город стал светлее. Тут даже погода как-то стала лучше. Я не знаю, почему это произошло. До этого мне казалось, что этот город мрачный и, в принципе, иногда меня настолько бесил, что я не считал, что он имеет право на существование. Но, слава богу, что я не управляю ситуацией, есть Москва либо нет. Безусловно, что-то появится. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это был светлый, спокойный город, построенный специально как столица, то есть с большими широкими проспектами, с правильной планировкой, с минимальным количеством эклектики, чтобы это все было правильное, вываренное по линейке, и будет экономить кучу времени для нас, для обывателей, для граждан. Хотя, возможно, он перестанет нас так радовать, как действительно радует нас Москва. Действительно, есть очень красивые места, безусловно. Их, конечно, будет безумно жаль. Но если мы действительно говорим об административном центре, который управляет всей страной, то я думаю, что прямые улицы и правильно выверенные здания важнее, чем прочие вещи.